Как съездил? Мы заткнем их на какое-то время. Или навсегда. Какой хороший пиджак. Спасибо. Прибери за собой. Я пойду? Нет. Есть еще вопрос, который надо обсудить. Вига, я вернусь попозже. Я сказал, останься, мать твою! Что я такого сделал? Ты лоханулся по полной. Мы сделали то, что ты просил. Никто ни хрена не видел. Я говорю сейчас не про Атлантик-Сити. А про что? Ты об Аурелио? Ну, упер я тачку, и что? Черт, Вига! Я пойду. Стоять! Сынок, мой гнев вызвало не то, что ты угнал, а у кого ты угнал. У кого? Да он никто вообще. Вообще-то, этот никто. Джон Уик. Когда-то он был в нашей команде. Его прозвали Баба-Яга. Бугимен? Ну, Джон Уик не совсем бугимен. Он был тем, кого посылают убить этого гребаного бугимена. Джон – человек целеустремленный. Обязательный, волевой. Тебе это все знакомо очень мало. Я видел однажды, как он убил троих в баре. Карандашом. Обычным. Карандашом. И вдруг в один прекрасный день он захотел уйти. Все из-за женщины, конечно. Поэтому я заключил с ним сделку. Я дал ему невыполнимое задание. Работу, которую никто не смог потянуть. Те, которых он закопал тогда, легли в основу нашей организации. А теперь мой сын, через несколько дней после смерти его жены, стырил его тачку и убил его щенка. Отец, я могу все исправить. Что? О, и как же ты это сделаешь? Закончу то, что начал. Да что за бред? Он вообще меня сейчас не слышал. Пап, я все исправлю. Ну, пожалуйста. Йозеф, Йозеф, мой сын. Джон придет за тобой. И ты ничего не сможешь сделать, потому что не сможешь. А теперь пошел вон с глаз моих.